Друзья, всем привет! С вами Виктория. Добро пожаловать ко мне на кухню. Сегодня готовлю банановый пирог. Выпечка к чаю на скорую руку. Рецепт пирога совсем простой. Получаются такие пироги пышные, ароматные и очень вкусные. И готовятся буквально за 5 минут плюс время на выпечку. Для приготовления нам понадобятся бананы, яйца, сахар, растительное масло, мука, разрыхлитель и щепотка соли. Полный список ингредиентов я вам оставлю в описании под видео. Очищаем бананы от кожуры. Желательно брать спелые бананы. У меня большие бананы. Каждый банан завесил по 200 грамм. Одного банана будет вполне достаточно. Нарезаем бананы на небольшие кусочки. И измельчаем в миксере, либо обычной вилкой. Далее в миску выбиваю 3 яйца. К яйцам добавляю щепотку соли и 180 грамм сахара. И взбиваю миксером до пышности. Масса должна увеличиться в 2-3 раза и побелеть. Посмотрите, какая пышная получилась у нас масса. От того, как вы взобьете массу, будет зависеть пышность вашего пирога. У меня этот процесс обычно занимает 4-5 минут. Сюда же добавляем измельченные бананы. Немного перемешиваем. И просеиваем 180 грамм муки. Это примерно 1 стакан. И 1 чайную ложку разрыхлителя. И еще раз перемешиваем миксером до однородности. Слишком долго перемешивать не нужно, чтобы все ингредиенты объединились. И в самом конце добавляем 70 мл растительного масла без запаха. И еще раз перемешиваем. Вот такое должно у вас получиться тесто. Пышное и однородное. Оно стекает ленточкой с лопатки. Устанавливаем формочку. Я буду использовать кондитерское кольцо. Я его установила на диаметр 18 сантиметров. И переложила фольгой. Переливаю тесто в форму. Ставим запекаться тесто в ранее разогретую до 180 градусов духовку на 40-50 минут. Ориентируйтесь по своей духовке. Если в вашей духовке немного подгорает, то бисквит можно накрыть фольгой. Пирог у меня запекался в течение 45 минут. Проверяем его деревянной шпажкой. Серединка у меня вот немножко прилипла из-за фольги, поэтому если будете ложить фольгу, то не делайте моих ошибок, вырежете серединку. Я уже потом додумалась и вырезала вот таким образом серединку в фольге, чтобы пирог у меня не подгорал по бокам. Достаем пирог из духовки и даем ему полностью остыть. Бисквит хорошо остыл, достаем его из формы. Можно вот так вот немного помогать ножом. Друзья, посмотрите, какой пушистый, пышный, румяный получился у нас банановый пирог. И получаются такие пироги очень вкусные, немного влажноватые. При желании в тесто можно добавить любые орешки, получится тоже очень вкусно. Сейчас я вам разрежу пирог и покажу, какой он получился внутри. Бисквит хорошо держит форму, получается пышный и не опадает. Также он легко разрезается и прекрасно подходит для банановых тортиков.
Друзья, желаю вам приятного аппетита, удачной выпечки, прекрасных вам тортиков и до новых встреч с новыми рецептами. С вами была Виктория.